Тарасов очень сильно любит рыбалку, написано в анкете команды Фрунзенского района. Это так? Так и есть. А значит, он прекрасно гребет, он на лодке выходит или еще только как? С берега? Нет, нет, только на лодке. Только на лодке. Да. Ну что ж, а как часто дарят вам цветы? Каждый раз, как ходит на рыбалку. А, вот так вот. И никогда не забывает меня, конечно. Может быть, кувшинки не раз привозят красивые? Кувшинки в Красной книге. Ага, вот так вот, и он это знает. Поэтому он дарит вам розы, фиалки. Ирисы. Точно. Все. Точно. Ну что ж, хорошо. В этот момент ваши конкуренты уже получили первый цветочек. Значит, и мне достанется сейчас. Вам обязательно достанется. Хватит ли одного? Думаю, нет. Нет, одним не отделается. Есть. Желаем удачи папе Андрею. Ваш супруг очень достойно начал, очень быстро обошел конкурента. Да. Он обещал мне 4 кувшинки провести. Почему именно 4? Потому что 4. Потому что он так придумал. За это время, наверное, больше не привезешь. Он будет стараться. Он очень аккуратно идет. Вот просто поражаешься. Он профессионально занимался греблей? Он занимался греблей. А, вот в чем секрет. Смотрит на наш небольшой тазик и привозит вторую. Есть. Порадовал Московский район. 4 хватит. Это здорово. Каким видом спорта сейчас увлекается? Свободное сейчас, время. Сейчас в основном играет с детьми баскетбол. Это хороший вид спорта. Встречаем конкурента 2. Да, 2. Это хорошо. Сколько вам будет достаточно кувшинок? Пусть они и в красной книге. Ну, мне бы хотелось сюда. Ага, 4, то есть тоже. Я успел посчитать ровно на такой же результат нацелены и конкуренты. Ваш супруг в свободное время успевает следить за физической формой? Да, конечно. Чем занимается? Занимается, с детьми ходит на воркаут. Угу. На улице они тренируются довольно-таки часто. Вообще себя поддерживают в форме. Сейчас немного занесло корабль, капитаном которого является ваш супруг. Надо как-то ускоряться. Что пожелаем? Это бывает. Ну что, скорости? Скорости! Любви! И терпения, чтобы... Терпение мне. Вам терпение, чтобы плашка не опрокинулась. Ну что ж... 3 у вас в руках. Мама с нетерпением ждет 4. А секундомер-то тем временем я не вижу его. Подходит практически быстрее, к концу. Он должен ускориться, должен скорее! Рискнуть. Давай, быстрее. 3 секунды. 2.